Российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций в СУ. Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в гасизмене из-за участия в войне на стороне Украины. В России через 2 года появляться полностью импортозамещенные велосипеды. Неуслышанная песня ушедших навсегда моха. Не ищите здесь смысл, здесь в основном маразм. Не нужно этих подачек, депутаты предложили платить матерям по 200 тысячам рублей за рождение ребенка и сразу нарвались на критику. Тайна острова Пасхи, куда исчезли все деревья. Девочка нашла на школьной площадке монету тысячелетней давности. В Норильске к россиянам пришел писец. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!